Big Band на сцену. Итак, мы начинаем. Сегодня мировая премьера. Новое сочинение Виктора Власова. Такого еще не было. Концерт «Баян Бенд» исполняют заслуженный артист Украины Владимир Мурза и Биг Бенд имени Кима Назаретова. Thank you.
Григорий Дерацуев, ударные. Лидер баян Владимир Мурза. Биг-бенд имени Кима Назаретова. Каскад «Премьер» продолжается. Специально для Ростова Виктор Власов написал новую пьесу и посвятил ее ростовчанам. Получилось приурочить ее не совсем к началу купального сезона, но все же, скажем так, навстречу летнему отдыху. На водных лыжах исполнители джаз-квартет «Нью Центропезн» под управлением Арама Рустамянца и лауреат международных конкурсов, чемпион мира Александр Поелуев. We'll be right back.
Обычно Виктор Петрович всегда с нами в эти дни. Но сегодня он не смог приехать. И все же я надеюсь, он нас слышит. Виктор Петрович, вы нас слышите? Алло! Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями. Дорогие зрители, дорогие участники концерта, дорогие ростовчане и все гости Ростова, я очень рад и тронут тем, что вы уделяете столько внимания моему творчеству, моей музыке. Понятно, что для каждого композитора это большое счастье в таком вот исполнении слышать воплощение своих произведений в звуковую материю. Я вас всех понимаю, я вас очень всех люблю. Конечно, первая благодарность всем участникам, и солистам, и оркестрам. Я обнимаю вас, трону душой и телом с вами. Спасибо вам большое. Спасибо, Виктор Петрович, спасибо. Дорогие друзья, мы благодарны вам за то, что разделяете с нами радость встречи с высоким искусством игры на баяне и аккордеоне. Благодарны нашим помощникам и спонсорам, о которых мне хочется сказать особенно. Вы – главный залог нашего успеха, наши партнеры. Не устаю произносить. Управление культуры города Ростова-на-Дону и его начальник, заслуженный работник культуры Российской Федерации Людмила Павловна Лисицына. Государственная телерадиокомпания «Дон ТР» и лично Любовь Александровна Суркова, руководитель программы «Провинциальный салон». Михаил Петрович Савченко, ректор Ростовской государственной консерватории имени Рахманинова. Ростовская государственная филармония, ее директор Оксана Ивановна Яковлева. Многие годы с нами сотрудничают творческая школа «Мастер-класс» и банк «Зенит», Воронежская фабрика музыкальных инструментов «АККО», компания-лидер по производству музыкальных инструментов «Роланд», студия звукозаписи «Кузница звезд», магазины «Музыкальный арсенал» и «Дом Мьюзик». Наш партнер – частное производство «Дорошенко», группа компаний «Добрый Эль», ресторан домашней итальянской кухни «Роберто» и клуб «Шоколад». Мы искренне благодарны туристическому центру «Зазеркалье» и его директору Людмиле Петрище. А также итальянско-российскому центру «Данте Алигьери». Наша самая сердечная благодарность кандидату искусствоведения и ведущей программы «Музыкальная гостиная Дон Радио» Наталье Мещеряковой. Лауреату международного конкурса, преподавателю Евгению Владимировичу Левину. Кафедре звукорежиссуры Ростовской государственной консерватории. И лично Роману Щеголю. Наш спонсор – такси 2-306-306. Мы не обходимся без сюрпризов. И всегда с нами музыка. Всегда звучит баян, гармонь. В перерыве и до наступления концерта вы слышали исполнителей в вестибюле этого зала. Я хочу назвать их имена. Бондарев Павел Максимович. Переверзев Александр Борисович. Бураков Виктор Васильевич. Зубов Игорь Иванович, Новочеркасск. Жмурко Александр Викторович, Новошахтинск. Продолжает концерт оркестр русских народных инструментов «Дон». Художественный руководитель и главный дирижер, заслуженный деятель искусств России, профессор Крикор Хурдаян.
И вновь это чудо. Удивительная пьеса Виктора Власова. В нее буквально влюбил нас Александр Пайлуев. С ней он стал чемпионом мира. И, конечно, этот вечер не может обойтись без нее. Виктор Власов, «Боссанова». Солист Александр Пайлуев. Звучит? Не звучит.
Басса Остината Виктора Власова. Thank you.
Александр Боевуев. И оркестр русских народных инструментов «Дон». Где вопрос уже есть ответ, а каждый дом в городе как родной, где праздник навсегда. Все это в знаменитой пьесе Виктора Власова «Праздник на Молдаванке». Солист, лауреат международных конкурсов Алексей Шалыгин. Thank you.
друзья, сегодня четвертый, заключительный день международного фестиваля «Аккордеон Плюс». Мы просим вас оставить впечатление о нем в книге отзывов, она в вестибюле. А мы ждем вас через 20 минут. Антракт!